Итак, дорогие друзья, шахматный камбэк против Андрея Котова. f4. Нет, смотри. Перевод коня на h3. Мы не в атом наиграем, успокойся. Да никого, да всегда стали твои переводы коней. На h3, хочу коня на h3. Мы сейчас шикарную голландку получим. Все. Посмотри, какая голландка. Конь там, где надо, в атаке. Без хода e4 здесь не обойти никак. Посмотри, ты посмотри, какая сейчас гармония в тубен. Мы лучше, по-моему, получили, нет? Да. Посмотри, какая сейчас гармоничная позиция. Мы просто мат дадим. Путем e4? e4, h3, h4, f5. Не надо. Опаснейшая атака. Парень добился своего. Смотри. Вот с этого момента начинаю. b5, a5, a4. Может быть, это в эндшпиле скажется. Нет, в эндшпиле все эндшпили плохие, теперь уверен, да, я согласен. Мы тоже начинаем такую же бездарную атаку. Да. С черного пола отдавать. Или ладью пожертвовать. Ладью пожертвовать. Салон же 5. Понимаешь, когда он съест ладью, он съест у нас пешку. И пойдет вверх. Хотя, с другой стороны. Давай. Здорово. Все накинули. Нельзя коней таких спасать. После коня 2 ферзь очень близок к цели. Ну и f6. Блин, сейчас он вырубит нашу главную фигуру. Атакующую. Вот эту? Не надо было f6. Хотя ладно. Тебя это останавливало когда-нибудь? Что? О, отлично, теперь мы самым темпом возьмем. Или h6, чтобы вертикаль сходить. Смотри, взяли. Потом ферзь h6, hg. Так, так. План. План сбылся. Подожди. Не хочу. Надо было брать hg сразу. Ладно. Понимаешь, там вилка в конце. С ним слона. Что делать? Жжев. Ферзь f8. Ну и слой слона. Ух. Что ты делаешь? Сейчас просто еще одну записываю. Все, атаки нет. Нормально. Ладно, погнали. Истинный камбэк. Ферзь сейчас пройдет, смотрю. Вот все, теперь ферзь не пройдет. Это самое главное. Без ладей, но. Ладно, думаем. Ну что тут думать, флаг вообще? Именно в этом суть камбэка, в конце концов. Пешку зевнул. Не зевнул. А, кстати, наши пешечки сейчас будут. Сейчас он на e5 придет по ферзи 7, и он получит мат. Ферзь e7. Не трогай мои фигуры. Сейчас выключу тебя. А куда ферзя прятать? Нет, сейчас он пойдет f6. Не надо было его вынуждать, кстати, ходить f6, наверное. Это очень сильный ход оказался. Блин. Что делать? Слон f6 играть. Да, лучше так. Ну, давайте пешки сейчас соберем. Он пойдет в 3. Нормально, боремся.
Я не успел вырубать. Придется там вырубать, и он в итоге доберется к нашей пешке А2, понимаешь? Там делать нечего. Есть идея? Нет, подожди. Придется так играть. Это он темп потерял, нет? Рубим флаг. Рубим флаг, рубим флаг. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Победа. Важно, важно пешку уже 7 было зафиксировать. Гениальная партия. Я хочу нормальный камбэк.